Одежда, формы и констовары за счет государства. С сегодняшнего дня южноуральцы будут получать выплаты на подготовку детей к школе. В этом году эта сумма выросла больше, чем в 6,5 раз. Если раньше семьям платили всего 1500 рублей, то с 1 июля она составит 10 тысяч. Важное уточнение. Дополнительная матподдержка коснется только многодетных, чей доход не превышает 2 прожиточных минимумов. Это решение принималось ежегодно. В настоящее время важно то, что это теперь норма закона Челябинской области, и это ежегодная выплата, которая регулярно будет выплачиваться именно для этой категории граждан. Обратиться за выплатой в управление соцзащиты можно до конца года. Кроме того, с этого месяца проиндексируют и выплату на 2-го ребенка. По решению губернатора ее размер увеличат до величины прожиточного минимума. Он составит 14 706 рублей. При этом среднедушевой доход также должен быть не больше 31 тысячи рублей. Если обратиться в течение первых 3 месяцев после рождения ребенка 2-го, то выплата будет назначена с самого месяца рождения. Если после 3 месяцев, то, соответственно, с месяца обращения. Все, кто получает, получат уже в увеличенном размере. На данный момент в регионе такую выплату получают 3 с лишним тысячи семей. На эти цели в областном бюджете заложили 500 миллионов рублей.